Приветствую, с вами Кумнова Аня. Ну, из новинок сегодня будут тапочки, соуса, ну, в принципе, наверное, и все. Это мой основной заказ. Итак, взяла пробничков, целую кучку. Артикулы перечислять не буду, они в разделе бизнес, их там очень много. Для того, чтобы, ну, на всякий случай, когда мы с собой куда-то едем, кое-что застирать, еще вот, знаете, удобно, когда есть пробнички. Далее, решила попробовать крем для контура глаз с экстрактом ламинарии. Вот еще ни разу не пробовала, да, при вас открыла, вот не знаю даже, да, то есть он такой вот прозрачный, глазки нормальные, так реагируют, да, то есть видите, если его много, он так вот слегка как-то вот пенится даже, что ли. Ну, интересный такой. Запах у него тоже никакой, практически нету. Хочется что-то новенькое попробовать. Вот буду пробовать, потом вам обязательно расскажу. А дальше. А, ну это грин для стиральный порошок. Тоже пробнички, мало ли что, в дорогу. Совсем все пробники закончились, потому что иногда я даю пробники людям попробовать. И вроде бы заказываю себе, но так-то, вот, знаете, расходится. И потом хоп, смотришь, а у себя-то нету ничего. А если поездка 2-3 дня, то пачку порошка брать с собой как-то не хочется. И не знаю, не доверяю я этим отельным стиркам, если честно. Так, далее побежали. Вот такие губки. Это абсолютно не новинка. Артикул 9028. Но они мне нравятся. Иногда я ими пользуюсь для макияжа, еще для чего-то. Да, то есть какие-то жидкие бронзеры наносить и так далее. Вот мне почему-то они больше понравились, чем кисточки. Поэтому я как-то на них остановилась. Вот это вот спонжи для тональных средств. Артикул 910-243. Насколько мне нравился спонж розовый. Но вот этот просто бомба. Куда круче, чем розовый. Дальше салфетки. Это детские салфетки. В упаковке 20 штук. Артикул у них 5106. Влажные, хорошо пропитанные, и плюс ко всему минимум запахов каких-либо, ароматов, содержат календулу и так далее. Вот что мне в них нравится, то что они действительно вот как-то салфетки бесси мне очень зашли. Прям всем рекомендую, очень понравились. Буду заказывать вновь и вновь. Крутые, не раздражают ни слизистую, ничего. Можно брать с собой там, не знаю, в торговый центр, еще что-то. Ну, там, где нет, да, туалетной бумаги, это очень даже хорошо тоже. А, да, кстати, лак. Новинка лак. Заказала, да, на пробу, заказала попробовать. Иногда, знаете, устается вот от таких вот покрытий. И, если честно, я иногда крашусь лаком. Но тут, видите, уже отросло много. Сегодня у меня будет маникюр. Это тоже наши наклеечки Faberlic. Маникюр я буду делать с синими тигрушками, тоже от компании Faberlic. Прям зашли мне эти вот наклеечки, но видите, отрастают быстро, приходится маникюр делать часто. Так вот, вот этот мне очень понравился, реально такой благородный, классный оттенок. Тут два слоя, конечно же, два слоя. В один слой они такие, знаете, он такой идет какой-то немножко полупросвечивающий, что ли, да, вот если, конечно, ровно не умею на расстоянии, да, вот, в один слой он так вот, знаете, просвечивает, вот, не очень-то мне понравился в один слой, а вот в два это просто сказка, да, ну вот видите разницу. В один он какой-то мутный, менее блестящий, а в два слоя просто вот бомба. Такой прям, знаете, металлик, клевый, классный, прям супер. Конечно, я молодец, что сделала это в начале обзора. Сейчас буду ставить на паузу и ждать. Да, то есть вот прям бомба. Но очень хотелось показать именно вот этот лак. Прям красотища из красотища. Да, то есть, но два слоя только. А вот этот лак, значит, вот это у нас идет новинка с артикулом 7857. Давайте прям еще, наверное, ближе покажу. Да, он такой вот, он хорошенький. Ну, я тут наляпала, прошу прощения. Но очень красиво, да, в один слой не очень красиво. А вот золотистый лак мне не понравился. Он кладется такими, как даже выразиться, какими-то, ну, знаете, как вот, как объяснить даже, полосками, да, полосит, и получается такой, знаете, неровный, не очень-то красивый, издалека вроде бы классно, да, там зелень, золото, здорово смотрится, но нет. Если этот прям ровно, красиво, без разводов ложится и смотрится прям бомбезно, да, ну, если бы я по краям не наляпала, то точно бы смотрелся бомбезно, ну, вы меня поняли. А этот, он какими-то такими, знаете, вот давайте вместе попробуем, какими-то полосами, да, кладется, не так
так хорош, да, как зеленый. Да, вот видите, такими какими-то полосками. И он не как, вот знаете, золото, которое прям такое металлическое, да, то есть, ну, такое красивое. А вот именно, что вот эти вот разводы, они как-то вот портят и не очень красиво получается. Видите, если этот прям ровненький такой глянец блестящий, то этот какими-то вот полосочками. И таким лаком я не очень-то довольна. Угу. Ну, тут, видите, много отросло. Тут вот, видите, такой у меня прям, это гель-лак. И из этого у меня так затекает. Вот. Ну, я думаю, вы поняли, да, что я имела в виду. Вот если вот сюда смотреть. Вот высохший лак. Тоже, видите, такие вот как полосочки. Ну, не очень, не очень он. В общем, да, неплохие лаки. Но вот этот с удовольствием, конечно, можно израсходовать. Но вот этот из-за его полосок как-то мне не понравился. Далее с артикулом 910-215 кисть косметическая 4 в 1, да, то есть это для помады, я так понимаю, или консилера, это для бровей расчесывалка или для ресниц, там, не знаю, тушь снять, это для бровей штучка, а это наносить тени. В принципе, как дорожный вариант, очень даже удобно, часто с собой беру, у меня таких 2 штучки, потому что надо мне, в общем, 2. Да, ну и еще одну заказала бабушке, свекрови своей, она любит очень делать макияж, краситься, и вот еще заказала такую кисточку, потому что часто бывает нужны они, я их не часто мою, поэтому иногда за день 2-3 могу измарать, а потом только на следующий день помыть, когда бывают дни съемок. Далее заказала такие вот альгинантные масочки, очень понравились, артикул 10-10, 10 раз про них уже говорить не буду. Пудру для интимной гигиены у меня заказали, если честно, артикул 2302, она мне не очень понравилась, я ее не поняла, бесцветная такая, знаете, обычная пудра, вот этот порошочек, он не пенится, запаха нет, ничего нет, непонятно, чисто, не чисто, но человек привык такими пудрами пользоваться, ей нравится, поэтому открывать не буду, но вот такая штучка на заказ, хотя я честно сказала, что не очень-то мне понравилось, а она говорит, нет, я буду, мне нравится. Далее, пару пробничков косметики для уютного дома. Это концентрированный гель для мытья посуды с активированным углем. Так, это жидкий порошок для цветного белья. Пару санитайзеров. Мы кое-куда собрались лететь. Поэтому вот так вот. Также у меня заказали пару колготочек черных. Одни колготки, один XS заказали своей дочке, 80-791. Не успела нахвалить, уже видите заказ. И вторые троечка, эмочка 80-793. Это колготки, которые идут, так, они идут из хлопка 200 ден. Очень крутые, классные колготки. Конечно же, интимная гигиена, мой самый-самый любимый гель для интимной гигиены. Больше всех он мне нравится. Удобный, густой, хорошо мылится, с дозатором. В общем, все великолепно. Прям люблю его. И запах такой приятненький. Прокладки ежедневки. Артикул 112-88, их 120 штучек. И прокладки дневные. Артикул 201-901. Бальзам для стоп, гладкие пяточки, схватила пару штук, потому что это был когда-то продуктом дня в декабре. Сейчас, да, вы знаете, каждый день что-то по акции, это клево, это классно. Артикул 16-61, он мне всегда нравится, но он очень экономный. У меня как-то нет проблем с пятками, они у меня не трескаются, сильно не нарастают. Я их практически никогда не пилю, да и мне пилить их не нравится, но иногда смазываю, да, вот бывает такое, что съездишь в отпуск, там походишь в шлепках летом, еще что-то, вот такие кремы пригождаются. Вот как раз вчера я его открыла, опять-таки нанесла, очень хорошо питает. Обычно я наношу 1-2 раза и потом опять на месяц про ноги забываю. Такая вот эмульсия, очень плотный такой жирный классный крем, я прям в восторге от него. В разделе для видов были такие вот ручки с логотипом Faberlic, такие тяжелые, классные, прям четкие ручки, я прям в восторге, если честно, я не ожидала, что они прям будут такие супер-супер, потому что как-то были у нас, да, красные пластмассовые, они были такие простенькие, а эти прям огонь, бомба, тяжеленькие, их даже можно подарить, очень качественные, толстенькие такие ручки.
заказала еще один шампунь без слезок для своей Викусеньки, артикул 5104. Честно скажу, понравился, клевый, классный шампунь. Обычная такая у него идет консистенция, да, то есть вот он такой. Вот. Запаха у него практически нет никакого, абсолютно никакого, поэтому полностью устраивает. Не знаю, щиплет, не щиплет глаза, не знаю. А, вот еще мусс для интимной гигиены у меня эта девушка заказала, 2301. Мне он тоже не очень нравится, он такой, знаете, пенка желтоватая, не очень приятный аромат, и мне не хочется такой неприятный аромат, если честно. Вот, она говорит, ой, крутая, без запаха, давай, давай. Причем до объединения компаний она заказывала у другого человека, а потом говорит, раз теперь это есть у тебя, я у тебя все разом буду заказывать. Я говорю, ну что ж, хорошо. Вот человек годами, говорит, ее заказывает. 2301 артикул. Дальше. Ну вот видите, на вкус и цвет товарищей нет. И вот иногда в комментариях пишут, ой, как клево, а другая пишет, фу, какая пакость. Я понять не могу, почему об одном продукте такие отзывы. Но на самом деле мы все разные, вкусы у нас разные. Да, и эти вкусы нужно уважать. Артикул 5112, детская зубная паста. Тоже Викуськина, тоже такая, знаете, хорошенькая, понравилась, будем брать. И, знаете, Вике она тоже понравилась. Далее, были по распродаже зубные пасты, бонусы за покупку. Я когда делаю заказ, перед утверждением заказа в разделе вашей персональной акции, там есть сноска бонусы за покупку, да, из всей этой кучи сносок. Я еще VIP, там, у меня там еще много VIP-привилегий и так далее. И вот это было бонусы за покупку, как скидка в каталоге. Вот, взяла все 4, мягкое отбеливание с артикулом 2246, мне она нравится, суперская, экстра свежесть, это любит моя Катюшка, такую зубную пасту, артикул 2245, она слишком термоядерная, я такие не могу, но вот дочка у меня старшая, которая, да, она очень любит. Далее, сила минералов, но это так, на общак, для всей семьи, артикул 2247, разненькие зубные пасты, по-разному ухаживают, активное укрепление эмали тут есть, тут пролонгированные действия экстра свежести, белизна зубов, мало ли там, да, отбелить зубки. И вот лечебные травы, это для укрепления десен, артикул 2214. У нее, кстати, есть слегка такой травянистый привкус, легкий, да, но он мне нравится. Я люблю вот всякие травки туда-сюда. Я могу просто так заварить ромашку, сидеть и пить. Мне нравятся вот травянистые привкусы, но он тут еле-еле уловимый. И если не знать, что это зубная паста, лечебные травы, можно и даже не понять с первого раза, что тут что-то есть. Так, это защитный детский крем. Решили попробовать. Первый раз держу его у себя в руках. Не знаю, что он там будет защищать, не будет. Ну, если указано, то будет. Так, запах. Угу. Запах клевенький такой. Слегка горьковатый. Ну, неплохо, неплохо так. Я прям довольна. Да. Нежненький такой, хорошо впитывается. В меру жирненький. Масло ши, ромашка для лица и тела, превосходно ухаживает за нежной кожей ребенка и мгновенно дарит ощущение комфорта. Обогащенный, успокаивающим. А я-то думала, передулиться им. Ну ничего, израсходуем как детский крем. Вот, дальше. 3 года у меня была такая вот машинка, я ее уже открыла, батарейки туда вставила, она идет на батарейках. Мне нравится она в дороге, еще где-то, да, я уже немножко и попилила. Так, артикул, получается 94-94, тут куча различных насадок. Это для ног крупные насадки, мелкие насадки, они идут для рук. Я ими люблю, когда вот приходит, да, между мастерами какие-то заусенечки можно убрать, обрезать, да, но у меня еще есть щипцы. Ну и это тоже неплохо. А если ногти отрастают, начинается какая-то отслойка, я таким образом подпиливаю, и у меня все в порядке. Ну, то есть такая вот обычная. Предыдущая мне хватило на 3 года, с ней до сих пор все в порядке, но у нее уже такой, знаете, не очень-то респектабельный вид. Где-то затерлась она, где-то что-то. Я решила заказать новенькую, ей куда удобнее пользоваться.
Так, это я заказала на подарок. Это было тоже по продукту дня. Тут несколько заказов вместе, не в один день сделанные. Артикул 5795. Значит, это идет кислородная маска для лица, для всех типов кожи. Обалденная маска. Делаю ее время от времени. Она действительно и кожа такая розовенькая, ровненькая. Морщинки стираются. В общем, прям личико напитывается. Мне понравилось. Да? То есть, но это подарки. Подарки. А семена чиа у меня закончились. Слушайте, какая долгоиграющая пачка. Но я, конечно, их редко кушаю. В семье у меня их не признали. Ваши, говорит, новомодные штуки-дрюки нас не интересуют. Но я всегда любила семена чиа. И когда вот я даже в рецептах в ресторане их видела, я всегда заказывала там, не знаю, йогурты, каши с чиа. Мне очень нравится. Я их везде добавляю. Артикул 157-54. Прям суперская штучка. И вот этой пачки мне хватило чуть ли не на полгода. И еще до сих пор она не закончилась. Вот, далее, конечно же, стевия, это натуральный подсластитель, артикул 156-77 для тех, кто не любит сахар или тех, кому нельзя сахар, витамин D3, 2000 международных единиц, 60 капсул, артикул 157-77, ту мы выпили, новую заказали. Далее, опять-таки, Доброген за 690 рублей по 70% скидкой, артикул 157-29, это для VIP-консультантов была скидочка, я его, конечно же, взяла. Еще есть акция Like Faberlic, как вы знаете, она продлевается, это когда вы три каталога подряд делаете по 1000 рублей, и уже на третий каталог вы можете увидеть 70% скидку на один продукт. Можно взять очень дорогой продукт, там, ну, там список очень длинный, практически все товары там есть. Далее, как обычно, майонез. Заказала 10 штук, потому что будем делать салаты на Новый год, и у меня начали майонез тоже заказывать. Далее, соус сливочный сыр. Кто-то написал, что он не понравился, но он действительно, знаете, вот нам он всем понравился, мы прям все сказали вкусненько, но он напоминает, знаете, вот этот плавленый сыр вот в этих вот длинных таких штуках, да, когда вы его режете, колбасный плавленый сыр. Вот что-то немножечко отдаленно, действительно, вот кто тот сыр не любит, он и этот не полюбит. Но я тот сыр не особо люблю, но этот вкус мне нравится, он более такой благородный, чем тот сыр. Далее вот такой вот соус лесные грибы, ох, забыла сказать артикул. 161-23 и лесные грибы 161-25. Кто-то мне в комментариях написал, что он кисловатый, не очень вкусный. Да, он такой кисленький, грибочки чувствуются, но в приоритете, конечно, вот эта вот молочная какая-то кислинка. Ну, мне она нравится просто, понимаете? Есть люди, которым мне нравится, мы оставили, мы еще, как вы видите, заказали, мы кушаем. Далее вот такая вот новинка, соус пикантный чеснок. Я его добавляла во все блюда, мне было интересно вам рассказать, посмаковать. В принципе, он вкусный. Есть вот такая же кислинка, как в лесных грибах, но не так ярко выражена, как в лесных грибах. Вообще, все эти соусы, они на основе растительных масел, они безвредные. Они идут очень ароматные, очень насыщенные вкусы, но без сахара и солью с пониженным содержанием натрия, и плюс содержится еще в них коллаген. И, конечно, когда ты понимаешь, что ты заправляешь салат теперь полезным соусом, который идет с коллагеном, без сахара, без крахмала, соль с пониженным содержанием натрия. Также есть пищевые волокна и невысокая калорийность. Энергетическая ценность у них 295 калорий на 100 грамм продукта. В принципе, это не очень-то, да, не очень-то. Жиры 30 грамм, углеводы 6 грамм, белки 0,1 грамм. Мне реально понравилось. Реально понравилось. Поэтому я прям вот довольна. Это отличное подспорье для соусов. И невысокая калорийность, это реально прекрасный бонус. Далее кучу заказала, просто огромное количество. У меня распаковки сейчас в Инстаграме. Очень много заказала вот такого шоколада, потому что мы сейчас с дочкой вообще решили в магазине. Мы и начали говорить: Вика, у нас есть дома шоколадка, давай дома я тебе дам. И она говорит: хорошо. И начинает отходить вот от этих вот всех пакостей, как Milky Way и так далее. Вот, артикул 16057. Все-таки с кокосом и нонни почему-то у нас идет больше и лучше, потому что спирулина и корица, но я корицу не люблю, я ее терпеть ненавижу, поэтому, может быть, у ребенка тоже такие предпочтения. Далее, артикул 161-46 соль, но я ее заказала много, просто тут две поставила, потом у нас позаканчивались такие вот батончики, артикулы уже говорить не буду, но все они нам нравятся. Я их взяла по
10 штучек каждого, да, я взяла так много, потому что будет куча гостей, будем ходить в гости и так далее. И, конечно, с пустыми руками я не пойду. А одну коробочку конфет как-то скучновато дарить, честно вам скажу. Далее, конечно же, я запаслась конфетами. Вот те конфеты, которые я в Инстаграме показывала, вот это, в принципе, они есть, только в меньшем количестве, да, как обычно. Тигрушки, их, кстати, очень редко в наличии, можно на сайте схватить, поэтому, когда они есть, я уж утверждаю заказ быстрее. Артикул 16094, я заказала 9 штучек. Далее, по 10 штучек я заказала 16074, но что-то, мне кажется, прогадала. Мне кажется, маловато. Маловато почему? Потому что знакомых у меня больше. И хочется и воспитателям подарить, и во все кружки подарить, в которые Викуся ходит. Но я решила вот дарить вот так по 2. И пусть будет 2 коробочки. Артикул 16066, вот это вот красивая, да, упаковочка. И вот такие обычные, да, полусферами с артикулом 16074. Они обе хорошенькие, вкусненькие, шоколад без сахара. Конечно, я лучше его буду дарить, нежели я буду дарить какую-нибудь там, не знаю, муру вредную. Далее, пачек 10 тоже заказала кашу мультизлаковой с яблоком и фундуком, ну, потому что у нас 2 каши уходит на завтрак. Когда, так, артикул, господи, 16113, потому что когда выходит семья позавтракать, а моя семья — это я, Антон, Вика, Катя, мама, папа, еще один папа у меня вот сейчас на неделю приехал, мы ему проделываем массаж, купили очки, вводим ко врачу и так далее. Да, вот сейчас даже... Это получается, столько человек накормить, это 2 пачки как минимум надо сварить. А если варишь 2 пачки, то 10 пачек — это всего на 5 завтраков. Поэтому я считаю, что это немного, да, вот кто пишет прям много-много. Далее, батончики со вкусом манго. Знала бы, заказала больше, закончились. Артикул 16064, но они реально вкусные. Это мои самые любимые, они вкусные, и причем мне их не досталось. Кофе «Добрый день» опять-таки заказала, но я взяла 10 штучек, сюда просто 2 поставила. Люблю его, нравится он мне, не знаю, тот, кому не нравится, ну вот у меня очень много этот кофе, кто покупает, полдома покупают, и вообще никаких проблем нет, и говорят, вкусные, берут второй раз, десятый раз, берут по 2, по 3 штуки сразу же, чтобы 10 раз не бегать. Как-то перешли не на мой кофе, я им даже не предлагала его второй, третий раз купить, они сами приходят, покупают, поэтому... Я считаю, что на вкус и цвет тоже, товарищи, нет. И мне лень варить кофе, понимаете? Есть кофе молотый, есть цельнозерновой вот этот кофе, да. У нас все есть в компании Faberlic в плане кофе. И они вроде бы мне показались действительно намного вкуснее, нежели вот этот растворимый по вкусу. Тот, правда, заварной, он действительно вкуснее. Но, честно сказать, мне этот удобнее. Так, дальше я заказала пакеты. Вот такие вот, такой вот размер пакетиков. Так, это артикул 78118, ну, такие небольшие, аккуратненькие, они очень плотные, качественные, биоразлагаемые, в общем, все великолепно. А дальше, значит, вот такие большие пакеты, мало ли что, да, очень удобно и в дорожку что-то запаковать, в качественные толстые пакетики, артикул 780-120, так, побежали, артикул 780-119, это что-то среднее, но это обычный пакет, обычный, да, к каким магазинам привыкли, вот эти вот, с маечками брать. Далее такие вот подарочные пакетики 781-100. Вот. И такие вот большие пакеты мне не нравятся. Я даже один пакет забрала себе под пустые баночки. И теперь в таком шикарном пакете коплю пустые баночки. Ну, это не для пустышек взято, а, как вы понимаете, на подарки 780-105. Правда, я их тоже взяла куда больше, нежели показала, да, как вы видите. Ну, хотя бы так. Ну и, конечно, тапочек, да, тапочек у меня тоже гора. Первые тапочки с артикулом 886-128 в 36-37 размерах, да, вот прям так и написано, 36-37, вот, но мне не понравились, прям супер, я прям чувствую, что мне будет в них удобно, классно, я прям такое что-то люблю, прикольное, новенькое, ну, тапки я очень часто меняю. Следующие тапочки такие вот, тоже тряпичные, аккуратненькие, сверху как будто тут такая, знаете, вязочка идет. Я не ожидала, что они будут такие. Ну, тоже прикольно. Будем носить. Да, Dreams.
Dreams, Dreams, 36-38, артикул 881-117. Ну, хорошо, что они не промокайки. Эти тапочки я вам уже показывала, да, и они вот сейчас на мне, как вы видите. Да, такие вот хорошенькие. И вот это вот как раз у меня, так, это у меня 38-37, ой, 36-37 идут, но... Мне кажется, и на 38 они даже подойдут, да? То есть такие хорошенькие тапочки. Это маме я заказала в Мурыгина 38-39, 886-112. Одни такие я уже свекрови отдала. Ну, еще такие вот пушистики. Они, правда, такие няшные. Я не могу. Тоже вот в размере 36-37, 886-114. То есть тут тапочки и моей маме, и свекрови. И двое тапок у меня заказали. Да, хорошенькие, хорошенькие. Прям супер. Вот сегодня папа буду отправлять как раз домой. И отправлю тапочки. Ну, пришли еще такие вот вещи. Но их я уже буду снимать позже. Сегодня уже не буду снимать. Да. Викуле вот две пришли. И мне пришли. Это тоже по VIP. Зеленая футболка Faberlic. Я ее вам уже показывала в обзоре. Их две штучки вот мне пришло. Остальное вот... буду смотреть. Но цвет классный. Такая какая-то пыльная, ярко-пыльно-розовая. Что-то такое вот. Ну, прикольно. Мне нравится. И этот цвет очень такой красивый. В общем, буду смотреть. Все, с вами была Клоунова Аня. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Буду очень рада, если была вам полезна.